Еще в конце октября единственный в Оренбурге шведский бренд одежды H&M закрыл свои ролеты. Известный масс-маркет, как и многие другие, ушел с российского рынка. Теперь в торговых центрах города появилось много пустых площадей. Популярные магазины Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear теперь закрыты в мегамол Армада. На их месте появились отечественные бренды. То, что в Армаде были представлены Inditex, всеми брендами были Reebok, Adidas и другие международные бренды, которые на сегодняшний день ушли из рынка. Да? Но вместе с этим мы видим хорошую представленность по брендам среднего там, и эконом-класса, где можно, естественно, расширить эту линейку. И мы видим возможным привлечение брендов и федеральных, и региональных. Я вам скажу, что уже до Нового года жители города увидят магазины в новых концепциях, в новых форматах. Уход с российского рынка популярных магазинов дал возможность молодым дизайнерам проявить себя. Армада станет экспериментальной площадкой для новых брендов. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными арендаторами. Активность достаточно высокая со стороны малого бизнеса и предприятий региональных, в том числе федеральных. Именно связано это с тем, что многие хотят занять вакантные площади, которые освободились в силу того, что конкуренция уменьшилась. Конечно, многие видят большой потенциал в этом. Те бренды, которые сейчас работают в торговом центре, мы видим хорошие выручки с квадратного метра, и это радует. Более того, есть примеры вот августа, сентября, где были побиты рекорды по товарообороту. Стилисты говорят, что из-за ухода популярных магазинов шопинг занимает больше времени. Марина Богданова помогает оренбуржцам найти свой стиль. С уходом известных брендов, признается, работать стало сложнее. Знаете, как для стилиста опять-таки была ценность в том, что мы могли за 3-4 часа в этих магазинах, которые находятся вот в треугольнике буквально, собрать гардеробную капсулу, где все совсем сочетается, в одном магазине купить, в другом докупить. Было легко своим согражданкам предлагать какие-то опять-таки модные трендовые вещи, потому что они уже видели это в Заре, то есть в магазине это есть. Плюс открывается достаточно много шоурумов с российскими дизайнерами, в которых можно примерить на себя какой-то современный силуэт, тренд, понять, идет тебе, не идет, или опять-таки посоветоваться со специалистом. В качестве замены ушедших брендов предлагают шоурумы. Цены в таких магазинах не сильно выше, а ассортимент меньше. Оренбуржцы видят эту ситуацию по-своему. Кто-то не замечает серьезных изменений, другие же тоскуют по закрывшимся масс-маркетам и интернет-магазинам. Сейчас открывается полно шоурумов, где можно найти достойную одежду. Также онлайн-шоппинг. В последнее время я предпочитаю онлайн-шоппинг. Единственное, вот сегодня выбралась, кстати говоря, за полгода, наверное, первый раз что-то себе приобрести, и все. Это все-таки масс-маркеты, и все туда ходили. Вот. Но это не значит то, что негде найти нормальную одежду, просто ее нужно поискать в других местах. Больше денег стало уходить на вещи. И цены возросли на вещи. И пришлось ходить в магазины. Так еще и H&M закрыли. Ну, вообще, обычный интернет-шоппинг. В Зару очень редко заходила. А Stradivarius Bershka, да, очень часто покупала. Там очень жалко, что закрылась. Потому что размеры были очень универсальные. По данным опроса ВЦИОМ, 71% россиян после ухода популярных брендов выбирают продукцию другой марки. 12%, а это каждый восьмой, ответил, что будет искать способы приобретения нужного товара из-за рубежа. Гораздо реже россияне готовы ждать появления нужной продукции в России. Такую стратегию выбрали лишь 6%. Еще столько же ответили, что вовсе откажутся от покупки. Валерия Поносова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.